Кто-то тут пригрелся и обихаживает уже мою оранжевую кожаную сумочку, а? Тоби, ты такой дрянной, такой малыш пришел, да, пришел навестить, сказать привет, да? Конечно, скажи, давай гладь быстро, скажи, пока не устанешь, да? Что, Тоби, я слышала, что ты тут уже проконтролировал людей, которые тут прибирались, да? Того, Тоби, без тебя никак не могли обойтись. Ну что ты зад-то повернул? Зад — это, кстати, твое не очень хорошее место. Разворачивайся. Доктор сказал, что ты кое-что не можешь делать, потому что слишком толстый кто-то. Тоби, ну ты прям сливаешься с моей сумкой, смотри. Оранжевый Тоби, оранжевая сумка. Круто было, да, сумка такая по перевозке Тоби? Тоби, Тоби. Да. Ух ты, котяра такой. Ух ты, котяра такой. Малыш, как жилось, а? Как тебе жилось? Тут 2 месяца мы не виделись, Тоби. Ты что, похудел немножко, а? Ты похудел? Ты что, на улицу пару раз выходил, Тоби? А? Или тебе конфет не додали? Неужели? Неужели питание тебе сменили, а? Тоби, такого не может быть. Ну-ка, помурчи. Ах, ты муркушка, муркушка. Молодец, на руки не лезешь. Воспитанный кот. Воспитанный ты кот. Где твоя банда, Тоби? Где твоя банда? Признавайся. На стол ты знаешь, что нельзя. О, куда ты пошел? Тоби, вернись. Тоби, come back. It'll be better for you. Упал кот. О, господи. Как устал, да? Сделал небольшой пробег по столу. Ух. Тоби. Я не могу. Ты прелесть, знаешь ты это, Тоби? Ты это знаешь, да? Что ты прелесть. И люди тоже уже смотрят на тебя и говорят, что ты прелесть, потому что так он и есть. Потому что ты избалованный котяра. Избалованный котяра. Да? Он сейчас будет валяться. Тоби. Тоби, show off. Yeah. Да. Что? Ох. Скажи, гладь давай. Тоби, you matching with all furniture and with my bag. You know that? Look at this. You just match. Поехали в ресторан, вот этот наш любимый, один из. Carabas Italian Green. Там вообще классно очень. Вкусненько. Маша говорит, что сейчас у них есть салат, и вообще порции меньше, чем обычные большие, да? Из электрика. Вот. И я думаю, какая прелесть, сейчас возьму салат, один съем, а один возьму с собой. Вот так вот это место выглядит, классное место очень. This would be a red sangria. Red sangria, wow. Это, короче, фрукты с вином. Sangrias are typically just a combination of juice, fruit, and red wine. Some will have rainy, some won't, just kind of dents the house red. Wow, so cool. What's the difference? What is the difference with dry? You can be a driver and still drink that. No, it's okay. It's not sweet. It's not sweet. So it's sweet and okay. Dry is not sweet. Смотрите, какая прелесть, да? Так, что мне нравится? Maybe we'll, one second. Что мне нравится, что у них здесь есть, вот видите, small plates. И вот здесь можно заказать себе любой салатик. Я иду вот с аспарагус, где там аспарагус, ой, с проскьюда. Один, короче, съем здесь, другой возьму с собой. Потому что сначала я вот запала на вот этот Italian chopped salad. Или же... Ну, в общем, я не иду дальше салата, потому что здесь большое меню. Конечно, у меня муж вот на это тоже запал сразу же. Какой-то seafood. Ну, смотрим. Знаете, такой вкус очень интересный. Короче говоря, здесь лимон, лайм и апельсин, да? И красное вино. Но красное вино, смотрите, какое. Оно такое впечатление, как будто вот оно молодое, бродит еще которое, да? Но это слабоалкогольный напиток. Как раз то, что для меня. Люблю это, мне нравится. I want asparagus with fresh, yes. Да, конечно, меню у них очень хорошее, и мы уже много всего, конечно, перепробовали. Наши любимые — это где они? Mushrooms. Нет. Stuffed mushrooms. Обожаемые.
Но мы любим салаты, конечно. Мы с Машей любим салаты. Я всегда прислушаюсь к ее мнению. У нее вкус такой же, как у меня. Да, и место, конечно, здесь классное. Очень нравится. Оказывается, это не красное вино, это смесь красного вина с соком. И добавляется во фрукты со льдом. Надо же, я как просто и как меня. Принесли закуску, это крылышки с таким специальным соусом. Balsamic vinegar, she said. Я смотрю так на это, что как бы шоколад, что ли? А, нет. Это бальзамический бальзамик винегр. Короче говоря, вот это вот у меня сейчас будет еда. Это называется prosciutto wrap. То есть креветки, завернутые в прошюто. Prosciutto wrap shrimp. А муж на десерт заказал тирамису. Теперь у нас праздник, видите? И вот пытается нас кормить своим тирамису. Он специально это сделал. Муж втихаря мне заказал еще вина. Ну придется пить, представляете? Я говорю, вообще... Юпитеру уже больше не наливать. Это он делает специально, чтобы я уже сегодня никуда не поехала. И, конечно же, никуда не поеду. Но это вещь хорошая. Она, кстати, слабо алкогольная. Too much for me. Too strong. Окей. Мы вышли только что из ресторана. Мы тут, наверное, тоже провели больше полутора часа. И уже очередь собралась. Видите, сколько людей стоят, ждут. Еще внутри там много. Мы пришли в очень хорошее время. Очень хорошее. No, thank you. Я взяла с собой салат. Заказала тоже. И размер... What if I let you take pictures in there? Where? That's Australia, the outback. My baby, stop talking and sit. А мы сейчас идем в этот магазин здоровой еды, проверить его. У нас уже темно, видите? Как? Ну, конечно, все еще работает, еще только 6 часов. Ага. Лучок такой красивый. Wow, look at this. Is it the measure? Yeah, pounds you weigh. Смотрите, какая картошка. Боже, она огромная. Чем они ее подкармливали? Is it sweet potato? Gold beets? Короче, это свекла. Смотрите, обыкновенная свекла и gold beets, золотая свекла. Так, ну, сортами картошки меня, конечно, не удивишь. И фиолетовую картошку мы сажали, и желтую, и красную, и коричневую. Это ерунда. Ребята, я не могу даже прочитать, что это такое, но выглядит оно вот так. Интересно. Так, здесь пошла вода. Слушайте, я даже не знаю, что такое mulberry berries, какая-то ягода. Смотрите, написано Turkish superfruit. И также я не знаю, что такое golden berries, надо погуглить. И что такое? 13.19 стоит, $13, вау. I looked all over potato starch. They look like, potato starch. Corn starch. Corn starch everywhere. Take and grab. But yeah. I finally found her some Red Mill potato starch. They have a... у них разные виды сахара. Is coconut sugar, coconut palm sugar, and organic coconut sugar. Так, что я тут вижу? Это в холодильнике находится. Видите, холодильник. И хлеб gluten-free, brown rice, или же whole grain, rice milled, okay, pecan. Вот такое все. Так, вот это что-то такое, я не знаю, даже без gluten, со значком gluten-free, все равно я не хочу его покупать. Так, вот здесь все супы, но вот здесь я смотрю, oils and vinegars. Это значит, что масло и... винегарс, господи, как по-русски. Винегарс, это уксус. Господи, вообще памяти уже нету на русском. Is this like a real berries? Yes. I think so. Cherries. Cherries. Fruit pie filling or topping. I used to do it by myself for a waiter. It would have a little. But I was thinking in your turnover yeah, but things it's, you make. You know, but it's too much for the one can. Yeah. Almost $5. You can kill me. We're gonna get the quality stuff. We're not fooling around these $5 cherries.
$7 little jar. Are you okay, my I'll baby? I'll let you watch me eat them. Look at you. Maybe I shouldn't have brought you in here. I should have left you in the car and I could have come in and got you free. Don't say that. Super rich guy. What can I say? Я вот смотрю на вот эти все бутылочки и думаю, и это та вода, про которую мне говорили, которая богата витаминами и всем подобным. Вау! По-моему, да, смотрите. Maple syrup lemon. Queens. Lemon love. Это water. Вы видите, вода. Kombucha. Coconut water lime. Да, это именно та вода, о которой мне, по-моему, говорили. Мне писали комментарии. Видите, как много мне пишут люди в ответ. Rewalk it, rebirth, repurpose, redefine, cherry, chai. Вау, это что-то должно быть классное. Cherry chai. Стеклянная бутылка, что очень интересно. Короче, зерна чай. Я возьму вот это, короче, и дома потом почитаю, что это такое. Так, а вот эти бутылки вообще интересно, что это такое. Living food for the living body. Что-то очень хорошее и очень хорошее для нас. Enzymes for probiotic for polyphenols. Multi-green. Все, что green, мы берем. As garlic. Two olive roasted garlic salsa. Okay. Is that? Here we go. Advertisement. Это работает. Главное, это реклама. Прочитать название, вот это из-за рекламы. We have some organic vodka. Водка. Все, понесло. Остапа понесло. Так, что тут есть такое? Это пошло для малышей, да? Baby food, то есть это еда для малышей. Очень интересно, чем они тут кормят. Organic DHA and ARA. Что это такое? Соя. Dairy, это молочное, наверное, да? With iron. Вау. Это овсянка, хлопья. Короче, все это для деток. Смотрите, соки пошли. Интересные вещи. Пюрешки фруктовые. Я бы сама такое ела бы, честно говоря. Apple sauce, organic. Да, cinnamon с корицей. Santa Cruz. Я раньше так и делала, честно говоря. Все время ела детское питание. Даже когда у меня дети выросли, я ела детское питание. Покупала детские соки, потому что они самые вкусные, самые полезные. Зачем покупать взрослые соки, когда есть детские? Короче, здесь то, что вам нравится, вот так вот вы просто чик вниз. И кулечек подставляете, и набирается. Обалдеть. Да? Так, ну что, и вот тут у меня сразу остановилось все, потому что все, что с iHerb. И опять же, его можно попробовать. Обыкновенный, вот смотрите, CC-крем, 6 в 1. Не знаю, что это такое. А сейчас я попробовала вот эту вот фруктовую энзимную маску. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Смотрите, она какая. Боже, она так пахнет. Она пахнет яблоками, всеми фруктами на свете. Знаете, просто прелесть. Надо себе такую заказать. И она стоит в магазине 10,59. Вот, сейчас посмотрю. А вот это что у нас такое? Тоже что-то такое антивозрастное. How much is it? It's $10. I better get it. Okay. Don't get the try me one, get the new one. Так, а вот это я даже не видела такое. Herbal Choice Man. Может быть, это для, не знаю. Короче говоря, это умывалка. Очищающий тоник. И вот здесь дальше идет дневной крем, смотрите. Скраб. Опять же дневной крем. Боже, много-много всего. Короче говоря, мы здесь столько всего понамазали. У меня уже рука уже просто блестит аж. Тут даже и косметика, я бы, конечно, вы тут... Я говорю, оставьте меня здесь на ночь.
Я уже Машу проконсультировала обо всем, что ей нужно покупать, показала, какие бренды нужно покупать. Вот. Но я ей кое-что готовлю на день рождения тоже. Так, а вот эта секция тоже заслуживает нашего внимания. Смотрите, шоколад weight loss. То есть вы едите шоколад, но при этом теряете вес. Очень интересно. Так, вот это вот зеленые коктейли наши, которые нужно тоже пить и есть. Витамины. А вот здесь женское здоровье и, в общем, короче, женские витамины и детские витамины. А вот это для беременных. Так, смотрю, здесь поддержка иммунного здоровья, травы, гомеопатия, минералы. И здесь что такое? Joint support, то есть внутренности все свои. Skin, nails and hair. Но знаете, мне что нравится с iHerb? То, что я не набираю вес. Я, вот пойдите в Walmart, и вы увидите там просто тонны этих всяких витаминов. Я их брала, и что? Набираешь вес при абсолютно точно таком же питании. Когда ты выберете с iHerb, ничего такого не происходит. Да, хорошо бы иметь, конечно, такой магазин в своем городе. А это, по-моему, зеленые коктейли. Да, зеленые коктейли. Я их потеряла, у меня тут уже, видите, вот вино пошло. Видимо, они уже все. А, вот, они расплачиваются уже. Тут же место какое-то есть покушать. А, потому что у них есть салат-бар. Салат-бар. Здесь можно сделать себе салат. Здесь вот у них супчики. Класс. Здесь же можно заказать смузи, и я заказала вот этот вот. So fresh and so great. What do you want? Add-on, a little extra. Yeah, I know. Let's create your own. You get peanut butter. No, thank you. Мы с Машей вот этот вот берем. Сейчас, вы видите, вот, сейчас девочка нам делает его. Где-то 7 унций. Прям мне сделали коктейль номер 2. Это pineapple, banana, coconut water, raw hemp seed. Я не знаю, что такое, что это за семена. Fresh шпинат и мята, я так понимаю. Боже, половина английский, половина по-русски. Получился у меня вот такой классный коктейль. Но мы при этом еще попробовали несколько. Пробовали еще два вида. Такие они все замечательные. Я так думаю, боже, как хорошо, что у меня такого нет магазина. Я каждый день бы питалась. Вообще, честно говоря, нужно просто взять этот рецепт и делать дома. Сейчас я буду его пить. Очень здоровый.